Дерево бьет током. Об опасной ситуации на улице Сатыбалдина рассказали жители района. Он искрит, вовсю искрит. Ходишь по ним по земле, током бьет. Это видео сняли жители дома по Сатыбалдина 15/1. Жамарт Малгаждаров показывает, как после дождя поскользнулся и схватился за дерево. Уверен, что его ударило током. Причина в тех же проводах, которые проходят прямо через ветки деревьев. Я в прошлом году, когда отрезали эти ветки, я говорил, отрежьте остальные вот эти все гнившие ветки, загнившие. Они сказали, вы что, хотите меня без работы, нас без работы оставить? Мы на следующий год без работы останемся. Поэтому эти ветки падают сейчас. Ток, электричество, тоже я говорил в прошлом году, тоже никаких вот этих мер не принято. Жители уверяют, что сообщали в Акимат, службу СНМ-109, в ЧС. В Караганды-Шарык ответили, что эти электросети не на их балансе, поэтому обслуживать не будут. Примерно то же самое отвечали в Акимате. Однако после нашего запроса в районном Акимате отреагировали. Подрядная организация была проведена обследование данного участка. По результатам обследования выяснилось, что ветка дерева соприкасалась при непогоде с проводом, с кабелем электропередач уличного освещения, с кабелем уличного освещения. И при касании с фазным проводом она искрила. На следующий день с утра данная подрядная организация приняла меры и спилила данную ветку. Организация, выигравшая тендер на выполнение работ по госзаказу, то АТО-сервис, сообщили в Акимате. Людмила Батюшкина, Мейржан Жумамуратов, Данил Заславский, 5 канал.